Всем доброе утро. Наложила себе патчи. Кстати, кто-то спрашивал, что такое патчи. Патчи — это вот такая масочка для под глаза. Силиконовые они идут. И это вот, смотрите, бесцветная. Не видно. Они постоянно сползают. Потом, конечно, прилипают. В общем, на завтрак у меня вот что. Это шпинат. Сейчас я его немного поджарю. И разобью туда яйцо. И положу вот такой вот сыр и лавашек. Яйцо, в принципе, уже можно разбивать. И... такая яичница, скажем. Так. Вот так в рулетик складываю. Очень мало масла добавила. Поэтому вот так немного все прилипает. Я не люблю, когда яйца полуготовые такие, знаете. Поэтому я всегда готовлю яйца. Потому что не нравится их вот эта вот тянучесть, скажем так. Сопли, которые в яйцах есть, блин. Патчи сползают. Потому что тут на бороде будут прилипать, и вы уже. Потом, когда впитывается немного жидкость, которая в них есть, они нормально пришпанделиваются. А пока... ну все, я думаю, что... ой, а кофе-то, я не сделала кофе-то. Как же без кофе? Вот. Сейчас это все пришпандорю на лавашек, и все. И вот так еще самого немножко поджарю, чтобы он не разваливался. И всем приятного аппетита утреннего. И пойду сейчас гулять с Чарли. У нас сегодня, по-моему, ветроган на улице. Слышала. Даже, если честно, не посмотрела, ветроган, не ветроган. Но слышала. Так. Что там? Да, небольшой, видите, ветроган. Цветы шевелятся. Ну, солнечная, яркая погода. Кстати, можно, наверное, увидеть, даже выпал ли снег в Сьерра Неваде. Сейчас посмотрим, когда пойдем гулять. На улице хоть по температуре так же, как и вчера, но намного холоднее, потому что ветер. Вообще у нас вот в нашей зоне, если нет ветра, то тепло, хорошо. Как только начинается ветроган, все, это пиши пропало. Мороз и солнце, день чудесный. Холод вообще. У меня, смотрите, как укулючено. И нос замерз все равно. Там даже снег выпал, сейчас вам засниму. Здесь я иду между домов, можно поговорить, когда выйдешь, что нет. Там прям уносит. Видите, как пальмы на туда вот, как это, накрениваются. Смотрите. Ветроган какой холодный. И Чарли мой сейчас улетит. Ну ничего, быстрым шагом и будет тепло. Вот этот фрукт называется гуаява. У него специфический фрукт, ой, фрукт, запах такой прям вонючий, короче. Столько пало, но, видимо, от ветра. Вот, и он на любителя, этот фрукт. Этот вроде нормальный.
Не пахнет почему-то. Слушайте, возьму вот этот. А тут еще есть. Главное, чтобы не червивые были. В общем, да, вот так. С пакетиком надо сюда приходить. Чарли, как всегда, травку кушает. Дома вам покажу, как он естся. Кстати, не пахнут очень странно. Это, видимо, нам на продажу. Но они вон все что-то попадали. Никто их не собирает. Странно. О, запах пошел, пошел такой вонючий. А вот так растет авас. Это вот фасоль, которую я вам постоянно показываю, которую едят как горошек. Вот, с салом. Вот так она растет. Здесь вот где-то видела спелую. Вот, видите? Чарли никак не нажрется. И вот так вот ее. Ну, ее надо снимать, срывать утром. Он тогда будет хрустящий и вкусный. Вкусная, как горошек зеленый. Мы без сала. Поедим. Вкуснятина. Короче, сходила с Чарли, прогулялась, наелась, наворовала фруктов. Шутка, я с земли взяла все фрукты. Там штук 5, наверное. И фасольнику, да, сперла. А что сделать? Это все ради подписчиков, чтобы они видели, что у нас растет и как. Там в гольф играют. Вот Чарли на стреме. На страже. Ой, а я иду, знаете, не знаю, есть там море, нет. Последний раз, когда я ходила, море сожрало весь пляж. И пройти было невозможно. Но я решила рискнуть и посмотреть. Может быть, все-таки море вернуло пляж? Сейчас посмотрим. Нет, море не вернуло пляж. Сегодня шторм херашит. Смотрите, какой. Видите, сожрало. Сила какая. Там парусник плавает. А пойду я по полю. Вот в эту дырочку полезу. Да, да, ты, я думаю, такая же, как ты, что ли? Мне туда еще лезть и лезть, в эту дырочку-то. Я же сама-то в 3 раза больше, как эта дырочка. Я сейчас нахожусь в зоне отеля, если что. То есть это зона закрытая, скажем так, зона. Но мы здесь на Новый год в бане были, которая мне не понравилась, которая была грязная. Вот так вот видите, смотрите, все цивильно. Я хочу просто по пляжу пройти. И никак. Видите, у них тут все зоны. И волейбол там можно играть, и вот в теннис, и во что хотите. А я просто хочу выйти к пляжу. Если мне кто-то сейчас скажет что-то, скажу: не понимаю по-русски, скажу. Я не здешняя, ничего не понимаю. Выход, выход, эксит, эксит. За дурочку буду это, ну, косить. Хотя что под нее косить? Вот смотрите, как здесь красиво. Сейчас я чувствую, что мы уже выйдем. Видите, вот тут вот бунгало такие, не только номера есть, но и вот такие вот домики. Ой, все, уже выйдем скоро. Тут вот с тележками ходят для гольфа. Но я прогуливаюсь. Русотурист. Облик морали. Все, иду, иду. Все, 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 не ругайтесь, не ругайтесь. Ухожу. Ухожу, ухожу отсюда нафиг. Ухожу. Все, 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 все. Ну вот мы шли, вышли к берегу. Море съело.
пляж. Потом опять его будут весной делать, вывозить. Песок с другой зоны и сюда навозить. Сила воды. А мы идем по травке. Муж, видимо, совсем заработался. Не звонит мне, поэтому, наверное, сегодня по тапам мы не пойдем. Я себе тут приготовила куриный супчик. Точнее, суп из пакета. Вот этот вот, как он там называется, бич-пакет или что там его. И сок апельсиновый нажала. Так что вот так у меня воскресный день. Я не люблю по воскресеньям готовить. Чего уж там греха таить. Буду супчик такой есть. Были, конечно, пельмени. Но вот я что-то за суп захотел. Суп, лапша или что там, как его называют. В общем, да. Всем приятного аппетита. Знаете, я чем тут занимаюсь? Сейчас расскажу. Офигеете. В общем, во-первых, мне сегодня муж много привез помидоров, так что у нас будет неделя помидорных рецептов. Во-вторых, вот в такие суповые наборы, которые мне очень нравится варить, вот здесь всегда кладут сало. Сало я не добавляю, но оно жирное. И в общем, у меня как всегда батарейка садится. Хочу посолить сало, потому что смотрите, у меня сколько этих кусков набралось. Много. И я буду солить сейчас сало. Рецепт мне дала моя двоюродная сестра. Привет, Наташка. Пиши вообще. Ты что не пишешь? Ты куда пропала? Вот. Ну, дело не в этом. Прислала мне она свой рецепт. Она что-то как-то тоже хвалилась. Типа, солю сало. Я говорю, ой, как, в рассоле, знаете? Вот. И я решила тоже посолить. А что? Посолю, закину в морозилку. Пуска валяется. В общем, сюда нужно на литр воды 1 стакан соли, 0,5 стакана сахара, лавровый лист, перец горошком, вот на вкус, вот все. Сейчас закипит и будет остывать у меня. Когда остынет, закидываем сало туда и пускай стоит сутки. Я тут читаю, в сутки. При комнатной температуре. Ну, у нас комнатная температура это 16-17 градусов, так что не сопреет. В общем, да. А потом натереть чесноком все это сало, так прям, ух, чтобы прям чесночком. И черным перцем. Ну, и там любые специи по вашему вкусу. Так, у меня уже все закипело. Вот, я думаю, что отключаем. И вот пускай остывает. Вот, натереть чесночком, там всеми делами. Вот, и все. И положить в холодильник на сутки. Что-то я это засмотрелась. В чесночке это на сутки в холодильник, а потом в морозилку. Ну, я все в морозилке храню. Вы, может быть, его и съедите. А сало сколько? Ну, вот сколько влезет. У меня вот эти вот куски лично влезут туда. И все. А если не влезет в литр воды, то еще 1 литр добавляем. Так что вот так. Будет у меня сало. Вроде бы неплохое такое, но вот так. Такой вот вам небольшой экспресс-рецепт. Пойду батарейку заряжу. Аромат вот этих фруктов уже стоит на всю кухню. Аромат любви манит грешным яблоком. Вонючка. В общем, некоторые его не чистят нифига. Но я люблю почистить его. Вообще, у нее гуаява. Они бывают розового цвета внутри, бывают белого. Я не знаю, какого цвета они там внутри, но я чищу белые. Так обычно чищу. Кожа у них очень... Но они эти не очень спелые, им надо полежать. И чем больше они спеют, тем больше они воняют. Вонючка моя. А еще там такие косточки, прям, знаете, твердые-твердые. Вообще, это на любителя фрукт. Я не очень большой любитель. Вот такой вот выглядит как яблоко, но это не яблоко. Внутри там вот такие вот косточки.
И они, знаете, не жующиеся. И довольно-таки трудно все это есть, потому что они не жуются. Хоть ты их как там... Ну, мне, конечно, можно разжевать, но и зубы оставишь. Наверное, для кишечника очень хорошо. Чистит кишечник. А вкус? Ну, такой сладкий, как... Даже я не знаю, с чем сравнить. Гуаява. Но они очень сладкие. Должны полежать. И косточки застревают в зубах. Нет кариеса. Но все равно застревают. И неудобно. То есть, знаете, жуешь так, не дожевывая. Вот такой вот фрукт. Гуаява. Когда чистишь, ничем не пахнет. Вот так. Пишите в комментариях, ели вы когда-нибудь такой фрукт? Гуаява. Или, может быть, он как-то по-другому называется, не знаю. А я его гуаявой называю. В общем, жду ответа. Рассол все еще остывает. Сейчас остынет, сало положу в рассол и будет лежать до завтра. Кстати, завтрак нам придет с утра с 9 до 12. Проводить интернет новый. Поэтому с утра, наверное, никуда не пойду. А вот после обеда... Подписывайтесь. Жду от вас лайков и комментариев. И вас завтра кое-что ждет. А что? Об этом вы узнаете завтра. Так что всего самого лучшего. Продуктивной рабочей недели. И всем пока-пока.